В Актюбинской области объявили карантин в одном из самых крупных фермерских хозяйств. Там у коров нашли опасную инфекцию. Пало уже 9 голов, еще 6 коров скончались в другом районе. Фермеры в ужасе. И вот ветеринары объявили у больной скотины эмфизематозный карбункул. В Волгинском районе, где сегодня лабораторно подтвердился диагноз павших животных, ужесточают меры. 14 дней в крестьянском хозяйстве будет действовать карантин. Его владелец отправил видео, чтобы показать, в каком состоянии были заразившиеся телята и молодняк. У скотины, по словам фермера, опухают конечности, после чего они падают и умирают. В общей сложности в хозяйстве от заболевания погибло 9 голов. Все были сожжены, а загоны ждет дезинфекция. В акимате уточнили, что ущерб владельцу возместят за счет республиканского бюджета. С сегодняшнего дня в крестьянском хозяйстве объявляется карантин. Он будет действовать 14 дней. Отсчет начинается со дня, когда пала последняя скотина. После введения ограничительных мер животные не должны покидать территорию фермы. Запрещено также вывозить и ввозить продукцию животноводства.